Привет. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Я не очень понимаю, у меня нет твоих данных? Я даже не знаю, что делать. Расслабься. Тебе не нужны никакие мои данные и личные профили. Я не клиент. Мне просто нужно поговорить. Именно с тобой. Не как с куклой. Ты же Том, да? Ага. Я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Так это была Осака или Осло? Осло. Да, точно, Осло. Ты про случай, когда на нее напал клиент? В ее кабинке я видел кровь. Ну, понимаешь, тут такое случается иногда. И что, всем похер? Мы получаем новые импланты, больничные, иногда даже компенсацию. Хотя, если так подумать, странно, что она уехала так далеко. У меня еще и железо новое. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Само собой. Может, этот Дубман нам разъяснит, что за ебала тут творится? Хотя я бы особо не надеялся. У этих кукол ссаные тряпки вместо мозгов. Вот что им надо заменять в первую очередь. Расслабься. Я просто ищу одну девушку. Расслабься? Мне предлагает расслабиться человек, который перерезал половину персонала. Ситуация вышла из-под контроля. Помоги мне, и больше никто не пострадает. Я террористам помогать не буду. Король допросов. Ты не помогаешь. Что теперь? Просто высмотри правду в его пустых стеклянных глазах. Или взломай деку. Да, точно.
впихнул ее Риперу? Ей сломали чип. Может, он отправил ее в починку? Рипер по кличке Фингерс? Влажная мечта любой уличной шлюхи с проблемами.
Я тебя выебу, мудила! Да ты просто король допросов. Ты не помогаешь. Что теперь? Просто высмотри правду в его пустых стеклянных глазах. Или взломай деку. Да, точно. Пихнул ее Риперу. Ей сломали чип. Может, он отправил ее в починку? Рипер по кличке Фингерс? Влажная мечта любой уличной шлюхи с проблемами. Я должна вернуть вам оружие, хотя предпочла бы не возвращать. Тонкая работа. Никогда не думал устроиться на дипломатическую службу. Не хочу делать массаж чужому эго. Это я одобряю. Ну да. Ты бы на этот клуб вообще атомную бомбу скинул. Не преувеличивай. Я знаю много других способов. Ты только учти. Когти тебе этого не забудут. Ни о чем не думает. Тот же лапик, как думаешь, у этого Фингерса мы ее найдем? Ви, если бы я был предсказателем, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. А ведь логично, сука. Thank you.
У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. Надо. Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Ну ты же сам хотел, чтобы я сдох. Это было давно, я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен живым. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужен ты. Скажи, зачем? Тебе так важны твои устаревшие идеалы? Или это личная месть? Тебя не касается. Просто доставь меня из пункта А в пункт Б. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты, наконец, избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Надо тебя игнорировать и все. Ты просто омерзительная галлюцинация. Возможно. А ты ходячий труп. Я могу подождать, пока твое сознание загнется, и забрать себе тело. Выродок ебаный. Но, как видишь, я решил тебе помочь. Надо только найти одну штуку. 6 букв начинается на М. Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Арасаки появляется возможность натравить на тебя искин под названием душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью. Да, так ты и стал конструктом. Именно, молодец. Так вот, Микоши — это логово душегуба. Там он хранит энграммы всех своих жертв. Давай, давай. Я же вижу, тебе есть что еще сказать. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. И как ты в этот раз хочешь уничтожить Арасаку? У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Ни разу про нее не слышал. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши. Я же обещал. Обещать все могут, а держать слово уже нет. Но как? Получилось что-нибудь выяснить? Эвелин уже не работает в облаках.
Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили к Риперу по кличке Фингерс. О, сука! Не знаешь, где искать этого Фингерса? Да, у него своя коновальня на Чпок-стрит. Блин, Ви. На нем клейма ставить негде. Еду к нему. Вдруг она там. Говорил я ей держаться подальше от облаков. О, ладно. Пока, Ви. Простите, сэр. Можно вас отвлечь на минутку? Ну, что на этот раз? У нас трубу прорвало. Козлы из городской администрации до сих пор не шлют нам сантехника. За языком следи. Не видишь, с кем разговариваешь? Ну-ну, хватит. Чем вам помочь? Ну, это нам бы трубу починить хотя бы. И, может, в паре квартир кое-что подлатать. А то ведь залило все. Ладно. Это я устрою. Спасибо. Ты можешь говорить? Это важно. Что случилось? Кажется, я нашел решение нашей общей проблемы. Я связался со своим старым другом из Арасаки. Он сейчас здесь, в Найт-Сити. У него есть связи с очень влиятельными людьми. Старый друг, у которого есть связи с влиятельными людьми? Что за намеки? Давайте ближе к делу. Я говорил, что буду пробовать варианты. Стучать в разные двери. Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в Камбэке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим. Но с чего-то надо начинать. Уж кто-кто, а вы должны знать, что Найт-Сити все проверяет на прочность. Даже самую старую дружбу. Вы уверены, что этому человеку можно доверять? У нас уже много раз была возможность убить друг друга. Да, я доверяю ему. Ладно, где и когда встречаемся? В Джапантауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте. Эй, Ви, притормози. Послушай-ка этого парня. Как тебе музон? Ну, на мой невзыскательный слух ничего так. Не напрягает во всяком случае. А знаешь почему? Потому что техника — это не главное. Важны эмоции. Парню явно есть что сказать. Надрыв есть. Этого не спрячешь. Не слишком уверенно держится на сцене. Руки не поставлены. Вылетает из ритма. Но в целом неплохо. То ли похвалил, то ли обосрал. Так же начинал. Играл на улицах и мечтал собирать стадионы. Не смеши. Некогда мне было карабкаться к славе. Я был занят. Сотрясал мировые устои. Пробившись наверх, получаешь аудиторию. Если мир тебя знает, его и трясти попроще.
За все надо платить. Если своими песнями ты плюешь в корпоратов, какой лейбл тебя подпишет? А проданные идеалы и принципы обратно уже хрен ты выкупишь. Да уж ладно прибедняться. Залы ты собирал. Я память-то видел. Ну да, играли где могли. В парках, на заброшках, в подпольных клубах. У нас сразу была аудитория. Кто-то нас даже записывал, хотя мы еще были никто. Значит, где-то еще можно найти старые бутлеги самурая? Найду эти записи и буду визжать от восторга каждый раз, когда ты со мной заговоришь. Как тебе план? Только, блядь, попробуй. Ладно, шутки в сторону. Записи еще существуют? Столько лет прошло. Вообще-то тут недалеко радужная каденция. Мы играли в этом клубе до распада группы. Отличное место. Народ собирался очень адекватный. Попробуй там расспросить. Славный денек, да? Давай первую серию вместе посмотрим. Чего тебе надо, друг? Ага, ты гне. Си. Эй. Нет. Но зато я могу сделать так, что у тебя от восторга глаза. Жесть, да? Ты так спешишь? Ой. Ну, жесть, не тормози. Что тебе нужно? Давай ты разрешишь себе сегодня немного поспеть. Неплохо. Ну чё, по-быстрому? Какой ты сладкий, так бы тебя и съела. Сраный ты кусок говна, в жопу тебя не надо. Эй, Ви, слышишь меня? Слышу, чё орёшь? Чего тебе? У нас тут соревнования. Тех призы, все дела. На стрельбище у меня. Да уж я догадался, где. Ну, ты в деле? Ты же вроде не любишь шумные тусовки. Ну, у нас тут не особо шумно. Короче, намели. Вот пытаюсь клиентов привлечь как могу. А мог бы просто продавать фабричный огнестрел. Не пришлось бы часами корпеть над каждой мелкой пуколкой. Ви, давай без оскорблений. Нет, Уилсон, для забавы не стреляю. Достойная позиция. Ну, ладно, это, тогда до скорого. Стой, котик. Ты куда так спешишь? Привет. Ищешь компанию на вечер? Так я уже нашлась. Мы куда-нибудь пойдем? Или... прямо тут, в темном переулке. Я тебе не шалава подзаборная. Ко мне пойдем. Ну, пошли. Все равно делать нечего. Иди со мной.
со мной, у тебя всю ночь будет стоять. Привет. Ищешь компанию на вечер? О, нежное создание света! Внемли! Ты в непроглядной тьме явилась! Сидеть в подвале. К нам, осквернившим кровью эту землю! И кабы знал владыка мира милость, его обмолили о твоем спасении. Да это настоящий рай. Эй, все в порядке? Не пойду я плавать. Ненавижу воду. Всем похер, ты понимаешь? Не в курсе, где тут живет Фингерс? Если б я мог, я бы поменял. Не понимаю, почему все вечно так запутано. В итоге у тебя остаются только провода и пустые бутылки. Иди и подавай в суд. Не трогай меня! Окей, я понял. Мое терпение кончилось. Как только выплатишь то, что ты мне торчишь, можешь валить куда хочешь. Ха-ха-ха! Ничего я тебе не должна! Ага. Совсем ничего. Так, пустяк, примерно 20 кусков. Чего? Откуда ты вообще взял эту цифру, уебок? Эй, выбирай слова, сука! Глянь в зеркало. Кто за все это платил? Думаешь, Фингерс тебе треснутый лицевой экран даром ремонтировал? Гони обратно все, что я ему платил. Надеюсь, эти членососы научатся справлять нужду в другом месте. Эй! Тут очередь! Куда вообще прешь? Садись и жди своей очереди, как все. Ты знаешь этого Фингерса? Слышал о нем кое-что. Что именно?
У него иногда руки соскальзывают. Хоть кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что у нее какие-то проблемы. Мы ее найдем. Обещаю. После налета Эвелин сначала пряталась у Шельм, правильно? Все верно. Тогда с какой стати она решила вернуться в облака? Подумала, что там будет безопасней. Черт знает. Я говорила, что это плохая идея, но она не слушала. Ты говорила с Фингерсом? Нет. К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам. Блин, мы тогда следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну или придумай что-нибудь получше. Думаешь, Эвелин держит где-то здесь? С одной стороны, хотелось бы. Быстрее найдем ее. А с другой, надеюсь, что нет. Кто знает, что этот больной ублюдок мог с ней вытворять. Вы с ней близкие подруги, правильно? И как, интересно, ты пришел к такому выводу? Ты кинулась ее искать, как только узнала, где она. Если начинаешь дружить с Эвелин, привязываешься к ней навсегда. Ты работала в облаках? Не куклой. Редактировала вирты. Там я познакомилась с Эвой, Томом, много с кем. Не видела девушку с голубыми волосами, с кукольным чипом? Ты знаешь, кажется, видела. Да, точно, Фингерс ее оперировал. Она еще здесь? Не знаю, лучше его спроси. Слушай, моей подруге очень плохо. Можно мы с ней пройдем вперед? Конечно, милая, о чем речь? Так, эй, погоди секунду. Она же только что нормально стояла. Она крутая, терпела сколько могла. Теперь попробуй открыть свой маленький ротик. Давай, пойдем. Ага, а теперь? Лучше. Погодите, что-то не так. Я все вижу, как в тумане. У прежней хозяйки этой панели было более вытянутое лицо. Края пережимают зрительный нерв. Не волнуйся, глазки привыкнут. Вон вроде все. Поздно. Что, заходим? Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Удели-ка нам минуту. Всего минуту? Ну, как мало. Я мог бы часами смотреть на ваши сладкие губы. Но простите, сейчас я немного занят. Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от Шельм. Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? А девушки знают, что у тебя импланты ломаные? Можно и так сказать. Я даю им лучшее из того, что у меня есть. А что берешь взамен? То, что они могут предложить. А у них всегда есть что предложить. Тебе говорили, что ты больной ублюдок, а? Чего вам от меня надо? Слышал, ты помогаешь девочкам с улицы? Ну, мало кто из деток станет играть сломанными игрушками. Когда им надо подтянуть кожу, поправить втулки, починить имплантики, я... Ну, ты понимаешь. Те, кто платят, требуют высшего качества. Таков закон потребления. Ха, не смеши меня. На любой помойке качество выше. Эвелин Паркер, мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. Через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила.
Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили, погладили по головке. Как будто они заслужили это. Конечно. Проходит время, и я их забываю. Прошу, располагайте ваши попки поудобнее. У тебя глаз задергался, когда ты услышал ее имя. Не пытайся меня наебать, ты ее помнишь. Глазик задергался, потому что у меня тик. Нервный. Не представляете, как тяжело с ним жить. Нет, правда, я бы помог, но я впервые слышу об этой девушке. А как насчет логов? Ты же делаешь какие-то записи? Да нет, такая техника не регистрируется. Никаких фамилий, ничего. Голубые волосы, кукольный чип, сломанный имплант для Брейна. Она была здесь? О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Говоришь, ты не мог ей помочь? Какая ей нужна была помощь? Если бы я знал, она бы сейчас стояла здесь, живая, здоровенькая. У чипа был сожжен регистрик команд. В угольки, понимаешь? Я его заменил, но без толку. Это был кастомный вирус. На Эвелин напал Нетранер. Да, похоже на правду. Ближе к делу. К делу? Да. Дело в том, что я понятия не имею, где она. Блядский кусок дерьма. Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Я тебя сейчас усмирю. Выблядок ты, черепашек. С тобой даже разговаривать противно. Ее забрали ребята из студии брейн-данса. Я даже не знаю, как их зовут. Говори конкретней. Что за студия? Они говорили про бабочку, про Вирта с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Мне надо подышать. Жду внизу. Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Хватит, успокойся. Мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет.
Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. Хм, и что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Ты не видела что-нибудь с мертвой головой на логотипе? Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают все, чтобы их труднее было накрыть. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил, может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Все на этом свете оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Кроме того, со мной главная специалистка Найт-Сити по брейн-дансам. От нас ничто не ускользнет. Я же все-таки профи. Так что да, есть идея получше. Есть в Даркнете такой сайт. Удовольствие Найт-Сити. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Сейчас надо подумать. Да, думаю, ты права. Давай посмотрим, что на этом сайте. Ага. Надеюсь, ты сможешь что-нибудь там нарыть. Я подожду в машине. Получил от Пабло. Тебя что-то парит? С ними разговаривай. Я не с Пабло работаю, а с тобой. Если что не так, отвечаешь тоже ты. Я бы тебе прямо сейчас кишки выпустил, но тогда ты не вернешь мою долю. Дерзкий, что ли? Давай, рискни. Отлично, мне пора. Привет. Ищешь компанию на вечер? А? В чем дело? Эй, парень, не хочешь радужные попперсы, а пурпурную дымку? У меня есть все цвета, какие хочешь. Покажи, что у тебя есть. Это зачем? Напряги воображение. Я пытаюсь. Мне нужен особенный товар. Такой, чтобы... В смысле порно? Нет, пожестче.
Это не ко мне. На Чпок-стрит есть один мужик. У него разные вещи бывают. Очень разные. Ну, покажите, что у вас интересного. Тебя всю ночь будет стоять. Сизакани, сгоштай, да, когда я. Он тебя бесплатно зачипировал? Пиздишь. Эй, ты чего ты тут дуришь? Проблемы? Не хочешь чего-нибудь расслабляющего? Или наоборот, бодрящего? У меня тут весь алфавит. КП, ПКП, резина, скип, смеш, может, ванитол? Или хочешь чего-нибудь для разогрева? Грех, МДА. Мне нужно что-нибудь сырое. Настоящее. У меня все только настоящее. Я зайду как-нибудь еще. Наверняка. А ты что, покупаешь что-нибудь или так и будешь клиентов отпугивать? Что у тебя есть? Вирты. Только обычные? Я так скажу. Кто знает, зачем пришел, тот не спрашивает. Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Был бы я агентом, ты бы уже сидел в наручниках за то, что продал чуваку передо мной. Ладно, ладно. Я на всякий случай. Чего хочешь-то? Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Ха. Да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. А как насчет скидки для нового клиента? Скидки я делаю старым клиентам. Нет денег, вали нахуй. Я вообще не по таким штукам. Ага, конечно. Я просто пытаюсь узнать, кто их делает и где. Слушай, я просто продаю, что продается. Никого не трогаю. Ты мне платишь, я отгружаю товар. А для чего он тебе? Это не мое дело. Откуда ты берешь эти записи? Так ты агент или нет? Да мне просто любопытно. Любопытство лучше прибереги до тех пор, пока не запустишь вирт. Те, кто их снимает, помешаны на секретности. Я даже и не думал спрашивать, где они все это берут. А совал бы свой нос куда не просят, может, и не разговаривал бы с тобой сейчас. Ну, покажите, что у вас интересного. Приятно иметь с тобой дело. Эй! Куда это ты так спешишь, красавчик?
притормози, не так быстро. Скоро новый сезон. Давай ты разрешишь себе сегодня немного поразвлечься. И он там тоже есть. Серьезно. Прямо здесь? Говорили. Массаж на обочине? Нет, нет. Такое стоит дороже.